Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Игрополка, и сегодня у нас в центре внимания сказочная настольная игра от издательства Hobby World Everdale. Мы будем играть за животных, и каждый игрок будет строить свой город, и в зависимости от того, какие в городе будут строения и существа, будут начисляться победные очки, и тот игрок, который наберет больше всего победных очков, и будет объявлен победителем. Подготовка к игре выглядит следующим образом. Разместите в центре стола вот такое интересное игровое поле. Оно сделано в форме лесной опушки. На поле выложите ресурсы. В игре используются 4 вида ресурсов. Ягоды, камень, смола и ветки. Здесь же вдоль речки выложите жетоны основных событий. У нас есть городской памятник, большая регата. Они все подписаны. Праздник урожая и картографическая экспедиция. Что такое событие? Когда у вас в городе будет указанное количество карт указанного типа, вы сможете принять участие в событии и получить дополнительные победные очки. Здесь вот указано количество победных очков по 3 очка победных. Здесь находится у нас как бы начало нашего вечного древа, возле которого и поселились сказочные животные. А вот оно само дерево, оно объемное, да, составляется из нескольких частей, и мы это дерево размещаем на его месте. Сверху дерева мы располагаем фишки работников. Это игра на выставление рабочих. Но мы начинаем игру всего с двумя рабочими. На руках я буду играть за черепашек, Аня за белочек, Лев за мышек, а Миша за ежиков, да. Остальные рабочие вот стоят наверху дерева и ждут, когда их примут в штат работников. Обратите внимание, вот здесь вот дорожка, по которой уже идет вон определенное количество различных жителей. И вот здесь указаны локации. Это основные локации, и выставляя сюда рабочих, мы будем получать ресурсы, карты или, например, победные очки. Но помимо основных локаций еще есть 4 лесных локаций. Возьмите соответствующую колоду, у нее вот такая же рубашка, перемешайте ее и откройте карты. Если у вас за игровым столом двое, то 3 карты, а если трое или четверо, то 4 карты. И это следующие возможные для нас новые действия. Да? Скопируйте свойства любой основной нелесной локации, возьмите карту. Далее, 2 карты и 1 любой ресурс. Возьмите 2 карты с поляны и можете сыграть одну из них, заплатив на 1 ресурс меньше. И 2 любых ресурса. Здесь различные карты. Есть вот где просто ресурсы вы получаете. Но что выпало, то выпало. И при разных играх, да, вот эти вот локации, они меняются. Вот эти локации называются лесными. И обратите внимание, вот это вот у нас карта, а вот это 2 локации. Вот эта вот локация, где у нас есть пометочка 4, вот она одна крайняя правая, используется только если за игровым столом 4 игрока. Если вас трое, да, то вы можете занимать только одну локацию. Дальше, помимо основных событий, еще есть особые события. Перемешиваем соответствующую колоду и открываем 4 карты. Итак, Эвердельские игры. Если у вас в городе будет по 2 карты каждого типа, то вы сможете устроить игры и получить 9 победных очков. Это очень много. Это 9 очков может быть вообще треть всех заработанных очков игрока. Дальше, если у вас в городе будет монах и темница, то вы можете службу для заключенных провести. Если у вас будет монастырь и странник, то шествие пилигримов. Если у вас будет кладбище и пастырь, то поминовение павших. Вот так вышло. У нас что-то сегодня. Да, у нас что-то гробовщики, темницы и монахи. Вообще здесь темная история. Различные события есть, да, например, трактиры бард, выступления артиста. Да, это было неплохо. Или, например, роспись по потолку, генеральная уборка города. Ну, у нас вышла такая немного темная история. Эпическая. Да. Дальше, вот это у нас поляна. Здесь мы размещаем, у нас есть большая колода, состоящая из строений существ. Размещаем здесь 8 карт в открытую. Эти карты мы сможем, вот, как у нас получилось, что аж три фермы. Неплохо пришло. Дальше, лев у нас будет первым игроком, да? Держи, первый игрок получает 5 карт, второй игрок получает 6 карт, по часовой стрелке идем у нас Миша, третий игрок, это я, 7 карт, и четвертый игрок, это
у нас Аня, она получает 8 карт, да, и предел руки здесь 8 карт. У игрока ни при каких обстоятельствах не может быть больше 8 карт. В дереве есть ниша, и мы туда складываем колоду нашу. Она там удобно размещена. И теперь мы будем ходить по очереди. Каждый игрок в свой ход совершает одно из трех доступных действий. Первое – это выставить работника и получить ресурс. Второе – это построить сооружение или существо, ну, разыграть карту. Карту можно разыгрывать как с руки, так и с поляны. И третье – это подготовиться к сезону, но об этом чуть позже. Давай, Лев, что ты делаешь? Два дерева и карту. На, держи. Два дерева и карту. То есть выставляем, выполняем. Я встаю вот сюда и беру ягоду и смолу. Ягоду и смолу? Я встану вот сюда, копирую. А, вот же два. Да, занимаю. Беру два камня. Две смолы. Смола и карта. Смола и карта. Я так встану вот сюда. Нет, лучше сюда. Два дерева и карту? Да. Смотрите, обратите внимание, что некоторые локации обведены полностью в овал. Здесь или здесь, да? Здесь может стоять только один работник. Все. А есть локации, которые не полностью, вот овал не закончен. В такой локации может стоять любое количество работников любых цветов. А в лесной, на лесной карте не может стоять двух работников одного цвета. Так, мой ход. Давайте я разыграю карту. Когда вы разыгрываете карту, кран, вы да, платите стоимость. Ее вот кран стоит один камень. Ну, да, стоит. Все. Я беру три. Три дерева. Я строю ферму. Да. И давайте я возьму вот эту ферму и покажу вам. Ферма стоит два дерева и одну смолу. И карты делятся на определенные типы. Вот такой вот зеленый значок означает урожай. И такое свойство карты, оно срабатывает сразу. Получите одну ягоду, держите ягоду. И такое свойство срабатывает еще раз, когда мы будем готовиться к сезону. При подготовке к двум сезонам мы получаем к весеннему и осеннему. Срабатывает у нас свойство урожай. Миш. Я вот хочу построить ферму. Дай мне ягодку. Ты ее откуда, у себя взял? Да. Так, ну, я, пожалуй, сделаю так же. Я свойство крана следующее. Сбросьте эту карту, чтобы построить... Строение на 3 дешевле. На 3 дешевле, да. А что, ты построишь бесплатно ферму? Я построю тоже ферму и получу... Сюда сразу же мы открываем следующую карту. Я за деньги построю ферму. Два камня и... У всех есть ферма, да? Держите. Я селю жилье. Да, обратите внимание, давайте я вот мужа покажу вам. Когда существа разыгрываются или за ягоды, указанное количество ягод, или, если у вас есть определенное здание, то существо разыгрывается бесплатно. Вот муж живет в ферме, как и жена. Вот я вам покажу. Муж, жена. Но когда вы разыгрываете существо бесплатно за... Нет, это моя ферма. Когда вы разыгрываете существо, поселяете его в домике, да, домик нужно закрыть. Здесь вот есть у нас дверцы. Это дверь, круглая дверь, да. И мы закрываем. Все. Миш, ты сходил, да? И я хожу. У меня еще есть один работник. И работник этот пойдет. Давайте я сделаю вот так вот. Раз, два, три, четыре. Не хотелось бы мне так делать, но я... А, все нормально. Я иду... Вот здесь занято две смолы, да? Да. Я вот сюда встаю, скопируйте свойства основной локации. Я копирую, беру две смолы. Одну карту. И одну карту. Так, раз, два, три, четыре, пять. Нормально. Я туда жену поселяю бесплатно. Да. На, закрываем ферму.
Лев. И еще я вам что хотел сказать. У нас есть еще две локации. Одно называется убежище. Можно сюда встать и сбросить любое количество карт. И за две сброшенные карты получить один любой ресурс. И есть еще путешествие. Но путешествие используется в самом конце игры, в последнем сезоне. Оно просто приносит победные очки, если у вас будут работники, ну, которых или вам они не нужны для ресурсов, да, вы можете их будете обменять на победные очки. Давай, Лев, твой ход. Я закачиваю сезон. Смотрите, когда игрок выставил всех своих работников, у нас на начало игры их было всего два, нет ресурсов для постройки карт, то можно подготовиться к сезону. Игра идет 4 сезона. Мы начинаем зимой, потом мы готовимся к весне, потом проходит весна, готовимся к лету, проходит лето, готовимся к осени, и в конце осени игра заканчивается. Вот сейчас, но вот это вот готовимся к сезону, да, когда один игрок уходит в другой сезон, остальные игроки остаются в своем сезоне. У них свой ритм жизни. Да, у каждого свой ритм жизни. И когда игрок готовится к сезону, вот здесь есть подсказка. А давайте я вам в правилах покажу. Вот верхушка дерева есть, вот весна, лето и осень. Когда мы переходим в весну, Лев переходит в весну, он получает одного работника. Это мой работник, не надо ему моего работника белый, отдавать. Да. Забирает всех своих работников и отсюда. Еще ягодка. И срабатывает свойство всех карт урожая. У него одна карта, это одна ягодка. Я вот строю веточника. Веточник стоит 2 ягоды. И приносит 2 дерева за каждую ферму. Да, и одна. Бери. А я плачу вот камень, смолу и разыгрываю смоловарню. И она приносит мне смолу. А на это место мы ставим трактирщика. Я заканчиваю сезон, у меня ничего нет. Ты заканчиваешь сезон, на тебе белочку. Забирай своих белочек. И у тебя и срабатывает урожай. Ягодку, да. Спасибо. Угу. Давай, Лев, твой ход. Я иду за смолой. Одной или две? Одной. А сколько у тебя карт на руке? Ты можешь, Лев? Считай, считай. Так, мой ход. Может, одну, может, как 8. Раз. У него 7. Мой ход. Ты, да, хотел закончить сезон. Да, я кончаю сезон. На тебе. Я забираю ежиков. Еще одного ежика. Вон там твой ежик. Итак, у тебя есть ферма, получаешь году. У тебя есть веточник, получает 2 ветки. А можно это съесть жена? А муж работает, да, у него есть такое свойство урожай, но он работает только если есть жена. Хотел вам показать вообще типы карт. Их 5 типов. Карты странствий срабатывают сразу и больше не срабатывают. У нас таких карт здесь пока нету. Дальше. Нет, почтальон вон. А, почтальон, да. То есть, если мы его разыграем, мы разыгрываем его свойства, и все, больше оно не срабатывает. Карты урожая, они срабатывают сразу же и потом при подготовке к весне и осени. Карты локации, в них можно выставлять работников будет. Вот такая карта, да, то есть туда можно выставить работника и срабатывает определенные свойства. Карты управления дают определенные преимущества. И, ну, например, как кран был. А карты процветания, они приносят победные очки в конце игры. А итак, это не карта локации, это карта вот такая. Сюда встать просто можно забрать. Ну, я к примеру показал, что здесь этот. Я играю дворника, дворник у нас живет в смоловарне. Я закрываю, во-первых, смоловарню. А во-вторых, я разыгрываю следующее. Примените один урожай в вашем городе, и я применяю ферму. Беру ягоду. Я беру одну карту и копирую свойства вот этого. Камень, держи. Камня, да. Ты взяла камень? Да. Я иду за камушком. Камень. Я не вот. Давай взять, я подскажу но Льву. На. Вот сюда лучше. Вон сходить, туда сходи, смотри. Там Миша освободил локацию. Да. Забыл, наверное. Возьми, ну, еще. Ладно, мне не совсем нужно. Там можно возьми взять камень и еще что-то. Два вот камня ты взял. Два камня. Да пусть берет два камня. Бери, если ему надо. Бери два камня. Камни здесь самые сложные в добыче, я да. Вот сюда хочу взять тоже камешек. И две карты. У меня с картами как дефицит. Дефицит карт? Мне не нужно как раз. Я заканчиваю сезон. Да, я заканчиваю сезон. Беру свою черепаху. Спасибо, черепаху. И у меня урожай ягода, смоловарни смола. И дворник, скопируйте свойства в вашем городе, пусть это будет смола.
Муж у меня пришел к жене. Уже за деньги. Он платный. У тебя ферма все закрыта, да. Мне кажется, выгоднее ставить сначала мужа, а потом жену. Не за деньги, а за ягоды. Нет, выгоднее потом разыгрывать мужа, потому что у него свойства есть. Тогда я разыгрываю ветковозку. А, ну да. Вот вам. Давай. Два дерева она привозит, если просто, просто привозит два дерева, да. Лев, ну, хоть что-то. Бери, три дерева. Бери. Я хожу. Да. Я вот освободилась. Да, я там стоял. Сейчас. Не вспоминаю. Тогда мне нужно, значит, искать эту ягодку. Я 4, 5, хочу 7. Взять, наверное, смолу и камень. Ты куда встал-то? Вы сюда. А, туда. Я встаюсь... Нет, я сделаю так. Раз, два. Вот это мне не надо. Вот эти вот карты я хотел сохранить. Вот эти вот. Они мне интересны. А вот эти карты мне не очень интересны. Я вот сюда встану. Сбрасываю 4 карты. И беру 2 ресурса. По одному за каждую карту. И меня интересовало... Камень и дерево. Мам, ходи. Да, и забыл сказать, что у каждого игрока свой город, а город ограничен 15 ячейками. Да, то есть 15 зданий или существ можно построить. Я тут передумала ходить туда. Я возьму 2 карты с поляны, и да. Сыграю одну из них на ресурс меньше. Я беру вот его, играю на ресурс меньше, получается. Ну, ты раз, вторую два. Возьми еще. Да, и вторую я возьму. А давайте почтальона. Нет, подожди. Давай кран. Кран даром достался, нельзя. Так, срабатывает свойство склад. Что тебе туда положить? На склад кладутся ресурсы. 3 дерева. 3 бревна. Давай. Мама, сколько у тебя карт? Сейчас 8, с которой карты я взяла. Ну все. 3 бревна, вот на тебе. Ты за мной следишь? Левина, да. Лев заплатил 3 бревна камень и построил вышку. Башня. Башня работает так. Мы кладем на нее 3 победных очка. Держи. И при подготовке к сезону можно сбросить 1 очко, чтобы разыграть свойства той локации, где стоит работник. А можно не сбрасывать. Тогда все эти очки в конце игры, ну, достанутся вам. Мишка, я вот строю склад. Он стоит дерево, камень и смолу. Клади туда. Туда кладется 3 дерева, 2 камня, 2 смолы, 1 камень или 2 ягоды, да? У меня со смолой проблемы. Бери. Я кладу 3 по одному каждого ресурса и строю вышку. Веточник у меня бесплатный. Веточник приносит 2 дерева, если есть ферма. Ферма есть, и нужно закрыть. Склад интересен тем, закрыть. Что... А, ты его бесплатно поставил, да. Ветковозку закрывая. Все эти животные вы можете их найти. Например, да, вот дворник, вон он в смоловарне, вон там подметает. А веточник вон там плывет в своей ветковозке. И что хотел сказать? А, чем склад интересен? Во время урожая будет срабатывать свойство, и, например, под конец игры можно накопить на нем гору ресурсов, чтобы забрать их. Лев, твой ход. Я еще построить. Давай, нашел? Да. Самая последняя карта была. Он у тебя бесплатный. Бесплатный историк у него, да. Да, он нашел. Дай мне историка. Покажи, пусть папа покажет историка. Дай ему. Историк – это летучая мышь, она живет в башне. И что? А, он дает, вот у него как бы такое преимущество, да, он дает карту, когда ты разыгрываешь карту. На. Смотри. На. Закройте башню. После того, как ты разыгрываешь карту, тебе историк еще одну дает. Нет, потом. Сейчас он не сработает. Сейчас пока не дает. Я... Следи за этим моментом. Так, встану сюда и возьму для смолы. Я бесплатно разыгрываю странника. Он у меня в вышке живет. Угу.
И смотрите, да башню, странник не занимает ячейку в вашем городе. И три карты у меня дают. У меня как раз от карты избавился я. Давай. Раз, два. Вот свойство странника как раз срабатывает один раз, и все, и больше не срабатывает. Так, я побежала за ягодкой. Ох, как надо много накопить там. Лев? Да я ищу. А что ты сюда встала? Тебе карты не нужны? А я не могу взять все равно, у меня 8. Раз, два, три, 4, 5, 6. А, нет, 7. Раз, два, да. Ну, я разыграла одну, потому что точно. Ура. Неплохая карта пришла. Сезон. У тебя кончились эти... Работники. Конечно. Работники все кончились у него, да. Я не знаю, а сколько у него карт? Дай карты. У меня пока 7. 7? Держи. При подготовке ко второму сезону, к лету, свойство урожая не срабатывает. Игрок получает еще одного работника. Забирай, держи. Работника. Теперь, он может вот здесь это сделать. Подождите. Игрок берет одну... Вообще он берет две карты с поляны при подготовке к лету. Может взять. Ну, лев только одну может взять. Какую ты возьмешь карту вот отсюда? С поляны тебе нужна? А, у меня их 6. Значит, две можешь с поляны забрать. На руку себе. Я пересчитаю. И... На всякий случай. Да, 6. Ты можешь еще разыграть свойство башни, не забывай. То есть отдать одно победное очко и, например, взять 3 дерева, 2 любых ресурса. Или смолу и карту. Смолу и карту, или... Так, подожди, давай сначала карту возьмем отсюда. Да не знаю, какой ты. Ну, думаю, что ты сможешь построить? Замок сможешь построить? Дворец? На что ты будешь копить ресурсы? Ярмарку. Держи. И еще одну карту. Он же две берет? Да. Мыслительная деятельность идет. Мы слышим, как мозги скрипят, да? Замок. Так, все, открываем. Теперь... Опять историк там. Нет, этот, башня. Так, за башню. Все, он отдаешь какой-то из белых, какой ты себе возьмешь? Два любых ресурса? Два любых. Какие ты два возьмешь? Ты любые забираешь. Такие. Одно деревце... И смолу. Ой, камеру чуть не сбил. Давай, Миш, твой ход. Так. Я тут накопила, что ли, господи. Я так вон трактирщик устрою. Так, там жена открылась. Ну вот. Не буду брать ее. Я иду сюда, беру три. А у тебя ферма что-то пустая есть? Да, я возьму 3 дерева. Я разыграю мужа наконец-то, я на него накопила. Смотрите, муж может делить одну ячейку с женой, да, то есть они вдвоем будут занимать одну ячейку в городе, и если он делит ячейку, то получаешь один любой ресурс. Один любой ресурс, вообще любой, значит, да. Камень. Что строю ярмарку. Тут, я так понимаю, с камнями основная строишь проблема. Ярмарку, ярмарка дает тебе 2 карты, и историк дает тебе карту, но у тебя 7, правильно? На тебе только одну. У меня 8. Нет, у тебя 7 должно посчитай быть. Еще раз. Ты же разыграл одну карту. Да. 8. Сбрасываю трактирщику, он позволяет на 3 ягодки дешевле разыграть любого существа. Я разыгрываю землекопа. Он дает скопировать эфир, урожай в городе любого соперника. Я копирую его ярмарку. Бери 2 карты. А две дают? А ты землекопа за что разыграл? За трактирщик. Ты сбросил трактирщика и построил землекопа. Хорошо. Ох. Я иду вот сюда. 2 любых ресурса, это 2 камня. Я заканчиваю сезон. Можешь взять 2 карты с поляны. И на тебе белку. Ой. На, теперь у тебя
Должно быть 4 белки. Вот и четвертая белка. Где моя четвертая белочка? Миш? Я заканчиваю сезон. Хотя тоже. У нас обновилось тут? Обновилось. Ну, пришел трактир и не почта. Не сильно там много обновилось, конечно. Что почта дает? Не, я лучше построю трактир. На трактир можно, вот трактир это как раз локация, в которую можно встать. И сыграть поляну, существовали сыграть да, на 3 дешевле. На 3 дешевле. И вот, например, вот на вышку тоже можно встать, но на вышку могу встать только я, она в моем городе. А на трактир, вот есть надпись открыта. Может встать любой глава. То есть я могу встать и сыграть на 3 дешевле? Да, но тогда Миша получит одно победное очко за это. Ну и ладно. Это первый момент. Второй момент, который тоже стоит сказать. Сооружения и существа делятся на обычных и уникальных. Обычных у вас может быть сколько угодно. Например, у вас может быть там 5 ферм в городе, бога ради. Но уникальные сооружения или существа у вас может быть только в одном экземпляре. То есть, например, вот вышка уникальная, я больше не могу построить вторую вышку в городе. Или башня, вот я башню с руки строю, башня. Она уникальное сооружение. Давайте я построю 3. Ставлю 3. И один камень. И строю да башню. Мне все нужно, и кладу что на нее что делать? 3 победных очка. Сюда нельзя встать, да? Нет. Ты можешь встать вот сюда и скопировать 2 смолы, да, если тебе надо. Да, так я сделаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эх, у меня одна лишняя. Слушай, это я когда брала... Отправь ее в сброс. Значит, бедная жена отправляется в сброс. Это когда отсюда я брала, я не могла взять одну карту. Ну, хорошо. Так, у нас что я могу сделать? Сюда встать и скопировать. Я скопирую вот это свойство, но я карту получить не да, могу. Лев. Я тут еще высчитываю, сижу. Здесь. Ну, отлично. Когда пойдешь? Лев уже находится у нас в лете. В лете. Да, а мы все находимся. Нет, мы смещены в лете. А тоже в лете. У тебя сколько карт? Я в... Он же не может брать карту. У него там вообще, по-моему, 8. Ну, встань ты вот сюда. Я 8. Скопируй, куда, вот это, возьми 2 смолы. Тебе 2 смолы, наверное, нужны. Пока Миш, есть, надо занимать такие ячейки. Я заканчиваю сезон. Вот и Миша, наконец-то, бери 2 место. Карты, на тебе 4-го работника. Можешь взять я 2 вот карты, хочу можешь... взять. Сколько у меня карт? 3, 4, 5, 6, 7. Могу взять только одну карту, я возьму вон. Тем... Нет, я историка. 2, а я бесплатно разыгрываю вот этого историка. Он у меня уходит в башню. Башню мы закрываем. А я бегу вот сюда. И возьму. Подожди, 2 открываем. Ресурса. Заняли мое место. Возьму 2 камня. 2 дерева. 2 дерева. Я встаю вот сюда. Сбрасываю все ненужные мне карты. 1, 2, 3, 4. 4. Вот. И получаю 2 ресурса. Я хочу взять камень и, пожалуй, 3. Лев, подожди, до тебе круг еще. Я заканчиваю сезон. Во-первых, я сбрасываю одно победное очко, копирую свойства вот этой локации, получаю 3 дерева. Теперь давай всех моих черепашек. И вот здесь они, да? И вот еще одна. Это твоя? Да. 4, и 5. 2 карты я могу взять, и я возьму. Я возьму пастыря и учителя. Сразу. Я разыгрываю кран. О, еще одна ферма прилетела. Я кран разыграла. Хорошо. Все. Лев, твой ход. Да, твой ход. Камушек. Вот сюда ты можешь встать ты и взять 2 камня. Да, ты забываешь, потому что момент обновляется. Вот я... Не зачем? Ну зачем? Понадобится. Ну возьми, что тебе нужно, если второй камень тебе не нужен. Любой другой ресурс. Подумай, какой тебе нужнее. Оставляй, камни всегда пригодятся. Камни, да, они всегда нужны. Потом по одному ходить. Даже на вышку потом это смогу. Вот, ну вот я видишь. Я встаю вот сюда, беру ветковозку и... Вот ветковозку, видишь, тоже была с камнем. Ярмарку. И ветковозку строю за дерево. А почему ты взял 2 карты?
Он вон туда встал и разыграл одну дешевле. Барт пришел. Это Барт. Вот. Подождите, мой ход, я должен построить. Вот. Ты что, лавочника хочешь? Козырные места заняты, но мы сами подсказали ему, что, чтобы не, он ну туда хорошо, встал. Я встану отсюда на вышку, скопируйте свойства любой основной или лесной локации. Я копирую свойства вот этой локации, беру два камня. Камни все нужны. Да. Итак, я хочу разыграть дворец. Для два этого дерева. Я сбрасываю кран. И получаешь скидку в 3 ресурса. Отдаю два дерева, считай. Два дерева. Отдаю. Сейчас, Лев. Два. Две смолы. И два камня. Да? Нет, один камень. И один камень. Дворец принесет победное очко за каждое уникальное сооружение в вашем городе. У меня, держи, правда, нет уникальных сооружений пока. Я понял, кто тебе нужен, на. Да, лавочник. Лавочник будет давать ягоды каждый раз, когда вы разыгрываете существо. Архитектор. Я скоро разыгрываю. Ты дай свои карты. Да, я вот сюда встаю, беру ягоду. И две карты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. На. Просто историк тебе дает карты, но ты не можешь. Тебе некуда брать. Да, обидно. А за лавочника дали ему? Получите один после того, как поразыграл. Он его только что. А, все понятно. Он его и разыграл. Не забывай вот про него тоже следить. Видишь, у него два ягодку дастся после существа. Так, знаете, что я разыграю? Я разыграю школу. Вот два. Пока свободно, я пойду три дерева возьму. Ходи. Я королеву разыгрываю. Бесплатно. Она бесплатная. На, закрой дворец. Ой, закрой, да, дворец, да. Строю вышку. Скопируйте. Ставь. Раз, два, три. Нет, вышка работает, когда ты туда встанешь. Видишь, там место есть. А я вон хочу построить себе лавочника. Дождусь. Так, ну давайте, я строю школу. На школу мне принесет одно победное очко за каждое обычное существо в конце игры. Я должен отдать за нее два дерева и две смолы. Вот я прям. Миш, потом следующий ряд. Потом строй свой, ладно. Смотри, у меня такой вопрос. Моя королева дает мне бесплатно сыграть карту ценностью 3 или меньше. Отсюда я тоже могу взять эту карту? Да. Ты прочитай, пожалуйста. Бесплатно сыграть. Нет, ценность 3. Три ресурса или 3 победных очка? 3 победных очка. Все, то есть ты можешь разыграть любую карту. Я ставлю сюда, я разыгрываю почту. Да, любую карту. Земляков. О, неплохо. Ты встаешь туда, что копируешь? Вот этого. Три дерева, бери. Миш? У тебя там вещи, зачем тебе так много деревьев? Я, кстати, давайте сразу, как бы бывает, что в игре какие-то карты срабатывают свойства, да, иногда их забываешь. Да. Вот я забыл про историка, я возьму карту за него. Периодически такое бывает, совсем да. Глаз да глаз. Я карту хочу за историка. В трактир и строю ферму. К себе, что ли, пошел да. Сам? Ты строишь ферму, получается, бесплатно. И получаешь ягоду за ферму. То есть у нее срабатывает свойство урожая. Я разыгрываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне нужна. Так. Мне нужны карты. Карты, два любых ресурса я нигде не получу, да? Я пойду вот сюда, возьму две карты и один любой ресурс. Раз, два. И здесь карты, кстати, такой же, как бы ценный ресурс. Очень ценный, вдруг что-то хорошее придет. А подожди, один любой ресурс мне пригодится. С камнем и с картами дефицит. Камни у меня полно, правда. Вот смолу возьму. Мне нужна карта и ягодка. Да, что-то два, я совсем без рабочих. 6, 7, 8. У меня предел руки 8. Да тоже. Что ты строишь? А фермы нету. Фермы нету. Эх ты, чуть-чуть не углядел. Так. Что теперь? Копи на дворец. А где дворец? А, ему заканчивать придется. Или вечное дерево хорошее, вон вижу у него в руках. На трактир у него не хватит? На трактир у тебя хватит, вон. А он ему нужен. Ну, он сам потом может туда встать. Пусть купит на дворец. А, и разыграть бесплатно. Но трактир позволяет разыграть ну, когда посмотрим. На три меньше
с любого места, правильно? Не только с поляны. Нет, сыграть с поляны. С поляны. Ну зачем? А у него дворец на руках. Ну все, забирай. Копи ресурсы. Мы решили, что ты будешь копить ресурсы. Да ну ладно, сыграл, сыграл. Хочет человек трактир, пусть будет трактир. Это мы за него захотели трактир. Но он все-таки 2 очка дает. За историка карту тебе. Я... Копи, копи. Я вот в свою ферму селю жену, закрываем. Но она идет к мужу. Ты селишь ее к мужу, да, но ферму мы закрываем, вот так. И также за лавочника получаю на ягоду. Да. Так, ну, ребят, я потратила все свои... А, у тебя еще... Подожди. Нет, у меня еще есть возможность поставить. Я разыгрываю... Я не могу разыграть. Ковозка закрыта у меня. У меня 8. Ты помни, у тебя работники есть. Шахты у меня 8 карт. Мне нужно... Надо было архитектора бесплатно вот взять тут. В кран. Вот я что забыла. А у тебя есть лишние карты? Ты можешь в убежище пойти. Я знаю, Миш, я так и думаю про убежище. 2, ну там надо столько вот сбросить. Вот это мне надо. Я тоже думаю, может сбросить вот это. Раз. Ну почему? У меня пока есть ресурсы. Давай я вот лавку построю. Она мне не нужна, правда, но... Ну построю. Ну вдруг лавочник придет, бесплатно поставишь. Стой, а у нас здесь лавочник. Есть еще один лавочник. Всего 2 лавочника? 3. 3. В темницу мы сажаем животных из города, да. Ну, если взять еще они в конце игры будут приносить победные очки. Еще за это можно будет получить победные очки, если темница есть. Там, кстати, да, у нас, смотрите, с вами что, и монах, и раз. Странник, монастырь. Это мне точно надо, это мне надо. Вот на это я копил, не докопил. Ну, значит, копи, раз осталось немножко. Вот, сейчас пойду скину все остальное. Ты 2 ресурса хочешь взять? Ну, почему 2? А, ну да. А сколько, если 2 карты за 1 ресурс? 2 ресурса. Вот это я все оставлю, вот эти 4 я сброшу. Иду сюда, сбрасываю 4 и... 2 берешь. Беру 2 любых ресурса. Это будет смола и камень, как обычно. Я строю почтальона бесплатно. Он у меня в почту прилетает. И он там срабатывает. Там раскройте 2, вы можете бесплатно сыграть одну из них, если ее ценность 3 или меньше. Раскрываем 2. Да. Давай, раз, я просто запутался в них, 2. Это следопыт и шут. О, господи, ни то, ни другое вот мне не нужно. Вот шут минус 2. Нет, следопыт хороший, а что? Я могу сейчас передвинуть за ту свою работу. Да, когда следопыт срабатывает, ты передвигаешь работник, передвигай. Классно, классно, сейчас я передвину, подождите. И не забывайте еще про основные события у нас есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мне пока не хватает на основные события. На 1 ресурс. Вот темница нужна вот для этого события. Да. Ну там монах нужен. Еще и монах нужен. Эти события особо они сложнее, потому что вам нужно выполнить не просто карты, да, а вот именно 2 конкретных вот существо и здание. И это существо не из этого же здания, да. Монах знаешь, это вот сюда, из часовни, смотри. А темница это темница. Я беру 2 карты, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как раз 2 карты мне хватит, и давай золотишко мне сюда. Это да. Победное очко. Ну, оно, ты применила следопыта и переместила белочку. Следопыта и переместила с королевы белочку, да. Ты заканчиваешь сезон? Тут написано. 2 карты каждого типа надо. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подожди, поставь на место. Поставь. А то забудешь, ты же можешь. Да, потому что у тебя есть часовня. Ты можешь использовать часовню. Это не часовня, это башня. А, башня, башня. Сбрось с башни. $1. И теперь используй. Какие. Посмотри, что тебе нужно. Вот эту скопируй локацию. Какие тебе нужны ресурсы, посмотри. Смола ему нужна. А ты откуда знаешь? Он замок. Маловарню хочет построить. А я думала, замок. Мы тут все, я думала, толпой замок ему строим. Бери, бери. На своих работников. И ты получаешь еще 2 новых работников. И сейчас мы готовимся к осени. Срабатывает свойство урожая. Урожай у него есть на карте. Ферма. Ферма на ягодку. Ягодку дальше. Есть на... Еще. Лавочник. Нет, лавочник. Этот, вот здесь возьмите 2 карты, посчитай, сколько у него да там. Да у него вот этих карт, это все не построено его. 2 посчитай карты можно взять урожаем на ярмарке. Я не очень. Ну, значит, 1 дайте ему. Да. А за историка? Да. И все, нет, что ли? Нет, все, да. Ну, их у тебя мало. Я вот хочу разыграть как раз, как лев историка.
За две ягодки на заложника и одну возвращаю. Мне нужны ягодки. Я разыгрываю учителя. Он у меня идет в школу работать. Закрываем школу. И учитель гласит следующее. Возьмите две карты. Оставьте себе одну, а вторую отдай сопернику. Никто не хочет сменить мне локацию. Я сам не знаю. Зачем тебе что-нибудь? Я не знаю. Ну на. Спасибо. Ходи. Я заканчиваю сезон. Все. Я все, что могла, их везде передвигала. На тебе две белочки. Лев, подожди. Еще всех своих белочек. Теперь у тебя 6 белок. Теперь давай. Вот это я получу? Нет. Что сюда положить? Сюда. Две смолы. Нет, давай две ягодки. Две ягодки. Мы заполняем твой склад. Мы сейчас срабатываем, обрабатываем свойства урожая. Ветковозка привозит две ветки. Дальше муж дает один любой ресурс, потому что он с женой. Смолу давай. Смолу. Теперь ферма дает ягодку. И веточник привозит тебе две ветки, потому что у тебя есть ферма. Все, это все твое. Спасибо. Что ты строишь? Смоловарню. Смоловарню, и она тебе приносит одну смолу. Я... И карту. Карту за то, что разыграл карту. Мне нельзя ее. Ты же потому смоловарню с руки. 8. Но ты же с руки ее разыграл. Теперь у тебя 7 стало. А, точно. Давай. Так я. Я вот, поскольку у меня есть склад, я туда 4, 5, 6, сажаю резчика. 10. Вы можете заплатить три дерева или меньше, чтобы получить победное очко за каждую. Но у тебя нет. Кстати, я за лавочника получаю ягоду. Ну, закрываем твой склад тогда, да. Раз у тебя там лавочку резчик закрываем. Сидит. Так, я хожу. Мне тоже нужен резчик. Я бы от него не отказалась. Я строю... У меня сколько сооружений? Раз. Два. Тебе. Отлично. Вот, я строю дворец. Два дерева. Три. Смолы и три камня. Оно принесет мне победные очки в конце игры. И в этот дворец, за постройку дворца, историк мне дает карту. Ферму построила. Ой, я за резчика не брал карту за историка. Ферму построила еще. Внимательнее одну. Следите, на. А то мы... А, все назад, да? Нет, зачем? Я тебе ягоды дал. Я поняла. Какие тебе ресурсы? Ягодку и камушек. Хорошо. Миш? Ты что там строишь? Я вот строю странника. Он идет один на комнате. Плати два. На. На одну получаю за лавочника. Одну за лавочника. Я беру сколько карт? Две. Еще одну за историка должен взять. Я там три беру, но у меня предел руки еще. Да. Дворника не позволяет. Я хожу, я заканчиваю. А, нет, позволяет. Сезон. Давно сезон, пора тебе уже сезон закончить. Я вообще так, могу, наверное, нанять кого-то, но вот Барт не то. Мне нужны карты. Ничто не дает мне карты. Ладно, все, я заканчиваю сезон. Срабатывает. Подожди, давай сейчас башню разыграем. И я возьму... Где мои 4? 1, 2, 3. Вот тут один, да? Свойство одной основной или лесной локации. То есть я не могу применить свойство своего строения, но я плачу один с монастыря и применяю свойство вот этой локации. Вот этой. Я беру один ресурс, это будет камень. Я что-то прям потерялась. И две карты. Так, все, забираешь черепах. Все, давай, вот эти две черепахи. А вот теперь срабатывает урожай. И я перехожу в осень, и так, это следующий урожай. Смоловарня дает мне смолу. Две ферма ягодку. Ферма ягодку. Учитель две карты. Примените один в вашем городе. Еще? Дворник смолу. Учитель две карты. А есть куда? Да, у меня карты а мало. Мне некуда. Я беру и одну отдаю сопернику. Мне нельзя. Мне хорошую отдай, если она хорошая. Шука не надо мне. Плохую тебе. Мам, ну шут тебе просто отдают, а он же его тебе не разыгрывает. Все, твой ход, Ань, ходи. Я тут решила, что я дворник разыграю. А у тебя смоловарня? Да вы ее украли, эту смоловарню, невозможно ее построить. Я ее так разыграю. Примени один в своем городе. И я применяю ягодку. На.
Классно. Ты что разыгрываешь за две ягоды? Веточника. Веточника. И веточник тебе привозит две ветки за каждую ферму. Одна. Возьми две ветки. Вот сюда строй, вот здесь. Карты. Я сейчас вот, давай. Вот так. У тебя получается? 5, 6. Он не может здесь положить карту. Лавочник ему еще дает. Пожалуйста, не забывайте о лавочнике. Да. Историк ему дает за раз. Он не может взять. Предел руки. Он всю игру с пределом надо руки. Надо тебе, знаешь, куда-то сходить, Лев. Вот сюда, может быть. Сбрось как бы карты. Так. Они лишние у тебя? Два. Ежа. Ну, вот все. Выбери ненужные. Ну, любые карты выбери. Я вот получаю два дерева за ветковозку. Также два за дерева за каждую ферму. У меня их две. Еще четыре дерева. Дальше у меня вот муж, любой ресурс я хочу взять с малу. Дальше склад, я туда кладу один камень. Так. И ферма. Две фермы. Две ягоды дай. На. И вот резчик, заплатите три дерева, чтобы получить победные очки за каждую. Вот я плачу. Бери три победных очка. Все. Так. Мой урожай готов. Мой ход. Я никак не получу карту, которая мне нужна. Вы не забывайте, что у нас Лёва трактире есть. Забываем, конечно. То что сделать? Сыграйте с поляны существо или сооружение, заплатив на три меньше. Пока свободно, нужно срочно бежать, да? Вот сюда? Да. Но я пока... А ты получишь один этот, да? А но не мой, а просто, да? Да, просто, не твой. Так, хорошо. Давайте я пойду вот сюда и возьму три дерева. Я встану к Лёве, трактир. Я хочу сыграть существо. Это будет бард. Лев получает одно победное очко. Я разыгрываю бесплатно этого барда. И я могу сбросить 5 своих карт до пешки, чтобы получить. Открыто, да, могут. 4 сбрасываю, 4 золотишка мне, пожалуйста. Ты вот ко мне можешь прийти, если хочешь. На. 4 победных очка. Все. В последнем сезоне люди, вернее не люди, а игра уже активируется так, что... Очки надо зарабатывать. Да, первые два сезона, три даже сезона мы... старались как-то вот построить? Вложить, чтобы ресурсы были, все прочее. А вот сейчас прям по очкам надо выходить. Сбрасываю. Раз, два. Все? Так, сейчас. Еще две надо. Еще две сбрось, у тебя еще полная рука. Еще две хотя бы. Сейчас, сейчас. Чтобы взять два ресурса. Сейчас, да. Один ресурс, знаете, какой? Мне вот надо карты брать. Нужна ягодка. Зачем ты сюда... чтобы руку освободить. Ну, еще бы сбросил две. Еще, зачем тебе... У тебя еще есть что-то два лишних? Не надо. Ну, надо, хорошо. Миш. Я вот... Я встаю сюда и беру две ягоды. Хорошо. Я плачу дерево. Смолу, камень, вот я его всю игру ждал. Ты хочешь монастырь там, что ли, где-то получить? Приходит, раз, два, три, четыре, пять, приходит монастырь, и теперь... Карту за историка. Следующая, карту за историка. Сюда для начала уже положить. Карту немедленно сюда, и карту за историка. Все? Я встаю вот сюда. Дайте мне тогда штоль. Смолу и две карты. То, что мне нужно, никак ко мне не придет. Ягоду и карту? Угу. Ягоду и карту, на. Я? Ой, ну, возьми, карту. Возьми и потом положишь. Я вот беру и встаю сюда. Сбрасываю. Вот смотрите, в путешествие отправить работника можно только осенью. То есть вот последний наш, вернее, даже не осенью. Мы как играли? Зимой начали, потом перешли в весну, в лето перешли в осень. Да, вот осенью. Встаем и сбрасываем указанное количество карт. 5 очков хотите, 5 карт сбросьте. Ты это сделал. Угу. Все. А я делаю следующее. Я встаю вот сюда. В монастырь. В монастырь. Отдайте любому сопернику
2 ресурса и получите 4 победных очка. Можно мне ягодку? Леве дайте. Да, Лёва ресурс. На. У него нет ягодок. Тебе нужны ягодки, Лёва? Нет, на тебе. Ну, на тебе обе ягоды. Ты свои что отдаешь, получается? Да, и получаешь 4 победных очка. Больше ягодок. Не надо больше? Больше надо. А, надо больше. Больше и больше. Мне бы где-то карты взять, ребят. Где у нас такие? О, давай. Золотишко две карты. Да, у меня наоборот проблема, не знаю, куда карты деть. Как не знаешь, вот сюда. Ты разыгрываешь землекопа, и землекоп... Копируйте. Один урожай. Вот с листиком в городе любого соперника. Ты скажи, что тебе надо, мы тебе скажем, в каком городе это есть. Да. Ягоды есть во всех городах. Камень есть у Миши. У меня Миши нет. Нету камня? Камня нет ни у кого в этот раз, никто не построил. Вообще нет камня ни у кого. Ягода. А здесь есть вот ягоды, шахта вообще. Приносит камни. Ягодка. Ну скопируй, например, мою ферму, на тебе ягоду. Только землекопа положи. Угу. Получи ягодку за лавочника. И получи карту за историка. Ань, положи его землекопа вот туда, к тебе. Сейчас вот туда пусть живет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 у него. У меня еще полное место, Миша. Так, а ему а дали, папа, да? Тут камень валялся. За землекоп у тебя дали камень, ягодку, да? А его тут камень валяется. Нет, а за историка? Я его туда положил один. Ну, значит, а ничей камень. А то, за историка ему не надо да, карту? Да, я все дал. Он ничей? У меня суд. Я просто не помню, так, сейчас я подвинусь. Я камень. Побольше. Я вот тут сюда стою и забираю то все ресурсы. Уже меня... Да, то чтобы есть... забрать все ресурсы со склада, нужно встать на склад. И Миша забрал ресурсы. Теперь я хожу. Смотрите, я разыгрываю... монаха в свой монастырь. Он идет бесплатно. Мы закрываем монастырь. Что делает? Вот смотрите, есть карты вот такие, как темница там, вернее, не темница, кладбище. Вот монастырь, кладбище. У них вторая локация, да, она закрыта. Чтобы ее открыть, нужно разыграть туда существо. Вот я разыгрываю монаха, и у меня в монастыре открывается моя портал. Вторая локация. Ну, во-первых, свойства я применяю монаха. Вы можете отдать любому сопернику две ягоды. На, ты просил ягоды. Чтобы получить 2 победных очка за каждую, я получаю еще 4 победных очка. Я всегда забрасываю ягоды. И он открывает вторую ячейку в монастыре. А монастырь в дереве, получается, находится? Да. Ань? Как и с маловарной. Я теряюсь в догадках. Я хочу сбросить 4 карты и встать вот сюда. 4 победных очка. Хорошо. Лев, твой ход? Это колоска. Ну, строй, если она тебе нужна. Деревца, на, тебе 2 дерева она приводит. Да. На. Вот это за него одно дерево. Вот сколько карт? Сейчас у него 8, вот же еще его. Раз, два, три, вот лавку надо строить. Я вот хочу построить себе суд. Какая? Ну, под конец игры уже суд. Не имеет смысла. Нет. За историка не забудь взять карту. Историка, да. Карта не проблема. Так, я хожу. Бесполезно. Подожди, Лев. Ты только ходил. Я иду вновь в монастырь. Отдаю 2 любых ресурса сопернику. Отдай. Я знаю, где вид колоска. Не, мне не 6. Надо. Вот где вид колоска. Вон там с края. На тебе 2 дерева. Плывет. Спасибо. И получи там с края вид колоска плывет. 4 победных очка. Да. Цвет. А тут ветки валяются. Так, ну кто-то вот этот плакат сменит вообще, нет? Ну, я вот могу. Такие вот. Нет, я не могу. Здесь подписано. Нет. Смотрите, на монастыре работники остаются здесь до конца игры. То есть, если бы я монастырь построил в первом сезоне, то я бы сразу бы лишил себя 2 работников. Как бы я получаю сейчас много победных очков, да, но и я жертвую своими работниками. Но в последнем сезоне ими надо жертвовать, они же потом все равно да, не берутся. Давай. Мне надо карты где-то брать. Карты, карты. Карты. Вот это открытая локация. Иди сюда я еще не, раз. А, я еще раз могу сюда встать? Да. Давайте. Две карты и очки. Камешек. Боже, все ерунда какая-то. Бери камешек. Камешек. Миш? Головки. Мне нужно вот сюда.
Ты принимаешь участие в событии, да? Да. У тебя есть 4 карты. Да. Чтобы принять участие в событии праздник урожая, нужно 4 карты урожая. 1, 2, 3, ну все, есть 4. Я принимаю участие в событии шествия пилигримов. Монастырь есть, странник есть. Все, вот оно у меня. Кто такие пилигримы? Вот они два, вот он и он. Я стою на склад. И пошли. Забираю все. Миша, лев. Я могу вот сюда сходить, потом вот сюда в желудь, потому что у меня есть 3 вот этих значка. Мы бы здесь поменяли бы хоть чего-нибудь. Поставь на него мышку свою. Вот так. Ты построил городской памятник. Поставь вот сюда его. Мы будем знать, что это твой. Да, поставь. Вот, городской памятник 2, у тебя. 4, Миш? 5. Это желудь. 1, 2, 3, 4. Но он в виде желуди сделан. 8, 9, 10. Я желудь. Это памятник желудя. Отсюда вот никто ничего не забирает. Я году веду карты. Я думаю, я сейчас думаю. Вот смотри, потому что... Нет, там особо ничего. Мне нужно или обычное существо, или уникальное сооружение построить. А у меня в руках обычные сооружения и уникальные существа. Да, надо наоборот, да? А мне надо наоборот. Ну, вон, смотри, уникальное существо. Уникальное, а мне нужно обычное вот. Существо. Вот. Это обычное. Для них нужны? Ягодки. Ягодки я все раздал. Ну, или медь бочка. Ну-ка. Монах, у меня есть, темницы нет. Кладбище. Вот. 2 каждого типа. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Слушай, да. Одного не хватит. Слушай. У меня нету вот таких 2 и вот таких 2. Нет, не могу принять участие. Я не могу построить это вечное дерево. А, есть. 1, 2. Девять победных очков. Вот эти 2 у меня есть. Вот этих 2 у меня нету. Мне нужен вот этот. Кто? Странник. Вот эти карты мне нужны. У меня их нету 2. А мне нужна вот такая карта и вот такая. Зачем мне лавка? Ну ладно, я пойду за ягодами пойду. Где ягоды дают? Я встаю вот сюда. Так мы сейчас закончим и все. Почти, да. Я встаю вот сюда, смотрите. И применяю свойства вот этой локации. И беру 2 ягоды. Я строю трактир. Чисто ради очков. Это все из-за бабок. За ягод. Здесь все за ягоды. Ягод? Лавка. Ну почему нет? Это же золотишко. Это не идет к ним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На, лавка, приноси тебе 2. Давай сюда уберем. 2 ягоды. Угу. Я богатый. Как тебе нужен этот теперь? Я строю почтальона. Архитектора покупай. А что толку? Не архитектор, нужен раз, этот. 2, 3, 4. Дворник? Лекарь. 12. Лекарь нужен, вот именно. Я уж почтальона за 2 строю, а получаю за лавочника обратно. Он раскроет 2 карты. О, я бы тоже. Наконец-то мой муж приехал. Лев, стой, подожди. 2. И можете одну сыграть. Ценностью 3 или меньше. Ты будешь мужа брать? Часовню. А если я сейчас заберу твоего мужа? А видно на камеру? Ну ладно. Я сюда поставлю. Да, мне тут ничего больше. А замок, а вторую куда деть? Прочитай, вторую сбросьте. Так, и я вот за то, что разыграл почтальона, получаю карту за историка. Правильно? Да, или в свои карты вновь. И за часовню получаю карту. Я не знаю, сколько у меня их. Да, ты их просто это... Лев у нас всегда так играет, у него всегда полная рука. Да. 4, 5, 6, 7, вот 8. Вот у него историк, как бы, я почему вновь пересчитываю, он сейчас должен был принести карту, но опять полная рука. Миш, ты все свое разыграл? Ты построил что-то, почтальона, открыл 2 карты, разыграл часовню и сбросил карту. Часовню... Я вот за эти 2 взял. Ну что ж, ты тянешь. За то, что я разыграл часовню, я за это получаю. Так что боится, что я быстрее него сейчас. Суд дает тебе ресурс за часовню. Все. Я строю учителя за 2 ягодки, еще одного. Теперь уже как бы платного. Беру 2 карты. Вот раз. Тут, конечно, выбором. 2. Одну оставьте себе, одну отдайте. Ага. На. У тебя есть пределы руки? Смотри, я возьму.
а потом его сброшу и смогу построить да. Кого? Никого нет, я строю вот этого. А у вас у кого-нибудь можете дать мне? За два. Да, я строю барахольщика за два, а потом плачу ресурсы. Барахольщик. Ты чтобы... можешь поменять два ресурса на два любых ресурса. Да, чтобы... Еще на две ягоды. У меня там такой супер объем. Плоди. Лев разыграл мужа. Построить еще кое-кого. Кого-нибудь другого. Мужа клади к жене. И получай... Любой ресурс получай за мужа, поскольку он у тебя с женой вместе. Какой тебе может понадобиться? Я решаюсь. Я строю развалины. Просто камушек. Давай. Развалины строятся вместо сооружения. Я вот сбрасываю ферму. Давай. Здесь 5. Ферму. Ой, и получаешь... Получай столько ресурсов, сколько стоимость этого сделать. На. Ладно, давай. На тебе два дерева. Я... Ой. Я все закончил, у меня 15 карт. Ой, катастрофа. Беда. Катастрофа произошла в лесу. В лесу катастрофа. Вот. Дерево свалилось вечное. Ну все нормально. Катастрофа. Все, я тебе дал? Да, дал. Да. Это кост. Раз, два, три, четыре. Это взброс. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14. У меня закончилось. У тебя место в городе кончилось. Да. У тебя место в городе кончилось. А зачем ты брал развалины тогда? Я не знаю. А, ты хотел вот такую карту добыть. Раз. Карты два. Сделала. Нет, у меня 13 карт. А зачем ты делала развалины? Я вот такую надо добыть. Моя ферма. Ну ладно, пусть будет развалина. Лев накопил уже это еще одну. Это мои, все. Давай, я пойду. Вот. Площадь тебе нужна? Две. Это обычное сооружение. Мне нужно уникальное сооружение, но у меня их нет. Только уникальное и существо. И обычное существо. А, ну естественно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А то сейчас перепутаю. Ладно, я пойду вот сюда, сброшу три карты. За три. Все, Ань, твой ход. Да, пропуск, я все. Смотрите, если игрок, как бы он... Я сейчас могу. Сейчас, Лев, подожди. Если игрок выставил всех своих рабочих, разыграл все возможные карты, да, то есть он не может их разыгрывать, или ресурсов нет, или мест нет. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, пять. Да, 15, все, город закрыт, да. То для игрока игра заканчивается, но не для остальных. Остальные играют до тех пор, пока не придут в такую же ситуацию. Давай, Лев, твой ход. Есть одно место, странник не считается. Посчитайте его карты, у него... Да, у него до сих пор вот здесь. Да. А, где? Тут 14 сейчас. 14? Там 8. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14. Всего одну карту осталось, и город закрылся. Если у вас кончилась стопка карт, вы берете и перемешиваете стопку сброса. Странника нет у тебя здесь? Вот он, лекарь. Я же говорил ему, лекарь нужен. А у тебя хватит на лекаря-то? Да. А зачем? У тебя университета нету? На 4 победных очка, и можно сбросить ягоду, чтобы получить еще победное очко. Миш. Считай, 5 очков он принесет. Я пока что встану. Жалко, университет не построил. Нет, я надеюсь. Я встану сюда. Сбрасываю. А тут у тебя нет таких, что ли? Тебе 3 можно получить. 2 карты. Зачем? Ради 2. А ты можешь войти в... Вот, посмотри, вот большая регата пойти. У тебя нету, что ли? Нет, он может уйти в странник. Он как раз построил себе развалины. А, ну давай туда пойдем. Вот целое очко мы тебе подарили. Забери, езжай, поставь на картографическое путешествие. Мне надо, чтобы кто-то дал. Лев, подожди, твой ход только... я строю бесплатно мужа в ферму, закрываю ферму. Ты все, Лев. Так, лекарь. И прочитай, что делает лекарь. Вы можете заплатить 3 или... Меньше, чтобы получить одну за каждую. 3 ягодки или меньше. Давай. Ну, я... одна ягодка. Но все равно ну, это его очков, последняя карта. Карта держи. Я выиграл. Точно. Выиграл, да. Точно. Миш, выиграл. У тебя еще работник есть, я смотрю. А ну, место у него есть? И город, еще одно место у него есть в городе. И нечего построить больше. А у меня же на складе стоял кто-то. Нет? Ты, значит, его, да, со склада разыграл. Значит, у тебя работников нет, а место есть. Ну, у него тоже патовая ситуация. Я строю вот его. Подождите, давайте закроем
Раз. Открываю. Никто не построил ни кладбище, заметьте, да, ни гробовщиков. Нет, я выполнил событие. Одно, ну я вижу. Я вот это хотел сделать, но я просчитался. Ты его за 4 ягоды построил? Да. Не хватает мне... Ну, чтобы 2 очка было. Уже. Мой ход. Зачем пропадать? А ты кого построил? Архитектор. Кран уникальный. А ты не хочешь сразу получить? А, это в конце, да? Кран уникальный? Да. Сооружение, кран? Да. Да. Я получаю 1 победное очко за каждое... Ну, 2 очка, или же я построю 1 очко. Ну, лучше 2 очка, чем 1 очко. 2 очка могу... Давай, я строю кран. У меня почти все знаки. Мне вот, вот это эти. Не надо было вставать. Только мне надо вот этот мешочек. Я за историка возьму карту, но это... Бесполезная история. Да. Ты все? Лев, да. Все? Да, у нас да. По 15. Лев, все. Миша. Если бы я туда не стал, я мог получить 9 очков. Вот тут самый первый. Да. Я ждал. Ты все? Да. И у меня все работники кончились. У меня есть еще ресурсы, но у меня 15 ячеек в городе. Мы вот так вот сделаю, это отсвечивает. Да, да. В общем, сейчас приступим к подсчету победных очков, но хочу сказать, что... Какие-то моменты... Папа, у тебя не все место занято. Почему? Как? Раз, два, три. У тебя странник. Папа, сейчас у тебя будет дополнительное очко, и папа выиграет. Молчал бы уж, Миша. А мне не хватает. У меня ресурсов нет необходимых. Почему у тебя нет? А мне репочи нужен. Точно. Подожди, точно. Подожди. Давай посмотрим. Но я могу сбросить кран. Нету. Ну, давай сделаем так. Сбрось кран, построй. Почту. А что ты построишь почту? Ну, это будет на одно, ну да. Но я возьму очка. Карту за историка, может, там карта ну, будет. Ну да, действительно. А что там, и что в этой карте придет? Разыграй ее бесплатно? Там может быть ферма прийти. Так у него нету. У меня нет, у меня ресурсы на... на хватает. На ферму. Нет, так, ты не понимаешь. Кран мне сейчас приносит 2 победных очка. Почему 2? Потому что один за дворец. Если ты сбросишь... Ничего не изменится. Будет то же самое, нет смысла. Почта есть. Это обычная сразу. Да есть смысл. Смысл вот в чем. Я строю почту. Почту. 2 очка. За историка берешь карту. И беру за историка карту. И 2 человек. И там ничего хорошего. Ничего. Ну, не ну, ничего не поменялось, да. Ну хорошо, я заканчиваю. Пусть у меня еще есть одно место в городе. У меня странник не занимает место. Но... Да. В общем, все, каждый игрок. Бывает так, что один игрок может как бы доигрывать. Один. Если он так, ну так вышло, да. Это ну, Миша так выходит обычно. В целом, нет таких ситуаций, знаете, чтобы там куча игроков ждала одного игрока. Такого нет. Не было у нас, чтобы в конце, да, все там 3 закончились, а один играет, играет, играет. Нет, ну а 2, может, еще хода он сделает, и все. Дальше, что я хотел сказать перед подсчетом очков. Забывали мы про историка. Периодически. Да, поэтому... Не делайте так. Нет, надо следить немного за своими картами, но ничего страшного в этом нет. И лавочник тоже. Есть карты, которые срабатывают, когда вы разыгрываете карты. Бывает, что забываешь это. Но давайте перейдем к подсчету очков. Я возьму листочек. И теперь... Давайте со льва. Давайте со льва. Что мы делаем? Я мы сейчас. Соберите все его победные очки в кучу. У него 1, 2. И на и башне. Отсюда забирается да, с башни? Да, 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 на башне 3. А теперь его карты... Он сам считает уже, что ли? Ну, он пытается. Сейчас мы проверим. Давай. Мы считаем все вот значения... 25. Значения на картах. Вот 1, 2. У меня 25. 1, 2, 6, 7, 8. 29, 10. 11, 12. 24. И еще это жена. Пока не считаем. Нет, нет, пока не считаем. 24. 19, 20. А я 23 насчитал. Давайте считайте. Давайте еще раз, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Он, мы считаем все вот значения карт. 24 очка у льва. Отлично. Плюс 3. Плюс он вот 3 очка заработал вот этих вот. Да. Просто в виде очков. Вот жена еще. Плюс он принял участие в основном событии. Это 3 очка.
И плюс дополнительные карты. Вот у него карта следующая, что если жена с мужем в одной ячейке, да, то она приносит дополнительно 3 победных очка. Вот плюс 3. Так, это все еще его? Есть какие-то за уникальность, за что-то есть? Нет, у него остальные все просто работники. Значит, мы можем их убирать. Итого, все? Лев насобирал, получается, 33 очка. Меня теперь. Давай, Миш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. 23. Миша даже меньше, вот, например, по вот этим очкам, да, он получил меньше. Но теперь у него есть вот так же, как у Льва, 3 очка таких, плюс 3. Он принял участие в двух, я покажу, да, вот. Событиях. В двух событиях, плюс 6. И у него следующее. Во-первых, жена делит ячейку с мужем, приносит 3 победных очка. И за каждую смолу есть архитектор. И камень за каждую смолу, но максимум 6. То есть я максимум получу 5. Да, ты накопил вот 1, 2, 3, 4, 5, и архитектор тебе дает плюс 5. Получается у тебя 23, 26, 32, 35 и плюс 5, 40 у тебя очков. А у Льва? 33? 33. Да. Так, папа, раз, подожди два. Минутку, посчитайте Миш, меня. 26, 32, да, 35. Давай я маму посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Там жена 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 плюс 4, 22. 23, 24 и плюс 2. 22. 26. Я все-таки проверю, жена 2 дает, да, 22. Теперь такие. Да, 26. 5, подождите, 6, 7. Подождите. Раз, три, пять, шесть, десять, одиннадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать четыре, двадцать пять, 27 вообще. Да что ж такое? Раз, два. Вы так вы меня сбиваете. Два. Два. Три. Четыре. Восемь. Двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 26, как первый раз посчитали, все правильно. Плюс очки ты насобирала 7, плюс 7, плюс событий у тебя нет, но зато... Папа, у тебя... А, ты меня еще забыла. Давай, плюс 5 к Мише, плюс 5, 45. Не было там, точно не считали? Нет, забыли, да. У тебя плюс 4. Еще за жену. Плюс 3 жена дает. А теперь я буду смотреть. Вот у тебя дворец дает. Да, за каждое одно уникальное сооружение в вашем городе. Сооружение. Включай похоже... его. Ну, значит, только единица похожа. Больше нет уникальных сооружений. Склад. Обычное все, ерунда какая. Нет, трактир. Он обычный. Все обычное. Значит, плюс один за дворец. Угу. Далеко я не уехала с своим дворцом. Ну, смотри, у тебя 37-41. У Миши 45. Теперь ты, папа. Давай. Раз, два, ну три, вот четыре, опять, пять, Миша, сразу привыкай считать. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 24. 24. Плюс, вот у меня победные очки. Ого, 12. Плюс 6 пилигримов, 3 за каждого работника. Их здесь 2 в монастыре. Плюс 6. Плюс школа мне дает за обычное существо. У меня обычное существо. Раз, два, три, четыре. Плюс 4. Я его посчитал. Раз, два. А, нет, не считал. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс монах. 5. Монах уникальный. А вот этот за каждое уникальное сооружение. У меня раз. Вышка, башня, два, школа. Три. Все. Монастырь. А за сам 4, дворец? 5, плюс 5. Я знаю победителя этой игры. Подожди, 24 плюс 12, 36, 42, 52. Обогнал. Папа выиграл. Вот это да. Здесь как должна строиться стратегия? Вы, конечно, на первых порах, первый, второй сезон, вы вкладываетесь в то, чтобы были ресурсы, но по пути вы должны учитывать, что победные очки вы будете получать вот за такие вот свойства, да? Уникальные. И заранее... сходить к этому варианту, да, например, там в третьем сезоне уже стараться, если вы решили, что будете за счет уникальных там сооружений. Это твоя тактика. Ну да, я свою тактику раскрываю.
Хорошо, на этом мы закончим. Да, свое мнение я сниму отдельное видео. А на сегодня, надеюсь, что данное видео было вам полезным. А самое главное, что оно было интересным. Если это так, мы очень рады. А всем спасибо за просмотр и всем пока!